Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан 29-30 октября 2023 года было заключено не только 6 крупных контрактов, касающихся в том числе будущих поставок французских радаров Groundmaster 400. Оказывается, во время этого визита также была речь о том, что Казахстан вслед за Узбекистаном проявил желание купить французские самолеты «Рафаль». Правда, пока количество самолетов, которые хочет купить Казахстан, и в какой срок пока не раскрывается. Об этом говорится в публикации французского La Tribune со ссылкой на авторитетного инсайдера французского ВПК Мишеля Кабироля. Заметим, что это интересное сообщение о желании Казахстана купить «Рафаль» появилось с определенным лагом после другого интересного сообщения, что Казахстан выставил на торги до 120 боевых самолетов типов Су-24, МиГ-27, МиГ-29 и даже МиГ-31. О плане провести торги по продаже списанных самолетов казахские СМИ сообщили еще в середине октября 2023 года, но пока сообщений о результатах нет. Хотя там речь была о продаже самолетов, которые уже не могут использоваться по прямому назначению, поэтому годятся только для разборки на цветные металлы. Наиболее современными в парке всей боевой авиации ВВС Казахстана являются 23 самолета типа Су-30СМ, полученные несколькими партиями в течение 2015-2022 годов. Еще один самолет этого типа был потерян в катастрофе. Но вряд ли именно российские Су-30СМ хотят заменить в Казахстане покупкой французских Дассо Рафаль. Скорее здесь речь может идти о замене тех же МиГ-29 и МиГ-31. В то же время, Казахстан уже имел опыт закупки западной авиатехники. Транспортная авиация страны уже имеет 8 транспортников Си-295 производства Airbus. А в 2024 году предусматривается поставка первого из двух транспортных самолетов A400M, контракт на который был подписан еще в 2021 году.